скорее сходить. Каждого худого даже добровольные души на ночь ловят на факту, что унесли их тела, расставляли по утру. Каша, пироги, готовы, масло, смену, макароны, а еще супер с придачей будешь добрым по-любому, шуры. Хватай, кушай сало голубое, чтоб Россия снова стала территорией покоя. Шуры, хватай, языком еду дали, чтоб Россия снова стала территорией любви. Все как обычно, дети спорят, разве как бомжи копаются в помойках, обращив чужих чувак, буржуи обожают рэп, а что не ни свои мечты, мамаши учат малышей не зарекаться от тюрьмы. Синистый пахнет, молодежь пытается убить здоровье, душный бог и сокращет карьера легких поголовья. Фанаты едут на футбол, в Риме открывают пол, грозят друг другу, вроде они все службы охраняют сны. А мы идем свергать с тобой их конституционный строй. Жуй, глотай, кушай сало голубое, чтоб Россия снова стала территорией покоя. Жуй, глотай, языком еду дали, чтоб Россия снова стала территорией любви. Распластайся, земля мать, будем в ножички играть. Столько срежешь своей кожи, столько выпадет, умножить жизнь на крупные нули, ледяные банки, ножички для молодежи, пуля для таланта. Ножички для молодежи, пуля для таланта.
Чтобы не попасть в тюрьму, надо очень аккуратно после третьего знамения отключиться самому, молчаливо и спокойно запереть себя снаружи. На замок заклинуть двери, перелиться в пустоту, словно в тени идут двери в осторожной тишине. Жал медленно в туннеле на его темном теле, я вижу мир каменелью, и я точно знаю, что я везде всего лишь временно, я не мой, как крыши, но это временно, все временно, я везде всего лишь временно, это временно, все временно, я везде всего лишь временно, это временно, все временно, я везде всего лишь временно, это временно, жизнь. В нашем городе давно все скульптура решено, схема сотовой ТВ не оставляет никого, как-то в наше решето, иностранцы попадают, удивляются, ребята, это чего же хорошо, улиц каменных людей, безопасные вещества, люди знают языки, устремления высоки, книги победили, пенсу злобы сорваны замки, криминала больше нет, бизнес получил запрет, полицейский на углу отдает свою еду, институционный зал, строят в городском саду, открываются глаза, происходят чудеса, а причина в том, что мэр у нас нано-провайдер. Это началось, когда наши славные войска покидали Кандагар. Так, сходи войны за гар, мусульманскую мечеть заглянул наш командир. Он увидел там святыню и рукой ее схватил. Это оказалось чаша по-английски «Бэггингол». Будто по дорогам жизни с этой чашей долго шел. Через много лет, когда мусульмане подчинили северную идею, чашу увезли в Афган. Вот что русский командир прижимал к основам ран.
дома встретит и прохладно, депрессивные или болтые. Командиру не до чаши было в городской пыли. Он устроил все работы сортировщиком на склад. И потенциал святыни не использовал никак. Поведение такое непонятно нам сейчас. Сортировщик не пытался растопить тот свой глаз. Глубиновый брат секунды этот не ушли поставил. Чаши не кипятил водку и совсем себя сломал. Лишь вскоре подарил сортировщику покой. На ванетовских просторах он теперь растет травой. Дети банки водки лики без особого труда. Чашу правдом загробастул он порыве был всегда. И в 2000 году управлял командир и чашу ловко обменял. Антиквару на квартиру, антиквару театрал. Он ценнейший предмет силы замешал на 100 миллиардов в театр драмы и сатиры. В театре на тимошку арки заправляли всем сектанты. Буфари, делжи и фарши, приготовьте служить дальше. В городе наше место в абсаксе занимают духовные организации. Все перескалаты, шибы, все приняты на работе. Все на туалет, на баров тоже город не хватит. Иногда чистые все агрессивно и красиво. Все красиво, мужчина не отвечает от типа. Держит курс на камамбер, на камамбер. Видит свет небес, свет небес, плюс свет. Медитирует на мандры, исключительно на мандры. Тромбоэтер, рэп-сектанты, тромбоэтер, рэп-сектанты. Все разделяются по типу медитации. Все имеют разные объекты медитации. Театралу нужен образ, рисковатый шип от звук. Театральный пахнут запах, выдыхнут чистый друг. Рэперы читают мандры, няни наблюдают вкус. Не умеют медитируют, так сказал Христос Иисус. Практики, во-первых, успокоить свои нервы, во-вторых, учиться жить в настоящем, в-третьих, плыть через океан, стараясь, несмотря на провокации. Что касается указанных объектов медитации, то задача растворить их на кончайшие вибрации. Спросишь, а зачем тогда, чё же буду вам знать? Чё же хранит поле силы просветлённого ума? Материя на метах составляет ее форму. Чаша будут достигнуты, словно чистый воздух водный. То, что чаша оказалась словно две у театралов, не могу остаться тайной. Для таких людей бывало так благословенные. Они на работе, они первые ударили по театральной роте. Театралов погубили их тщеславные обряды по традиции. Они молча закрутили задом перед тем, как погрузиться в глубину своих самадхи. Так что няни дали знак астрономической бригаде театралов. Окружили нянь жующие младенцы. Дети медитировали, завернувшись в полотенце. Они сахар растворяли на тончайшую дюйм вибрацию. Сила их самадхи смыла театральную бомсажу. Не успели театралы завершить свой ритуал. Как все няни и все дети прокатились сквозь астрал. Сектор хлынул вперед, потрясающий лавины. Так впервые тял полмогучий театр драмы и сатиры. Пластики уезжают, чашу поместили и попали в миллиард. Годы покатили, их навстречу, как осуны, грозно прыгнули бабули. Они сели полукругом, тела подобно плугам. Распахали няни путь, не успели вздохнуть, как попали в бабули. Забрались постепенно, первые чаны внесли их, остановились. Запах отрывал каналы, делал духи и бумаги. Няни черт, твои жара, подсиня, они залетели. Завтра на подпорные руки, чаша пудры перешла в танческие руки. Благородные бабули знали, как хранить святыню. Они чашу понесли в туалет и уходили. Но эти действия повернули эскалаты, шипы в шок. Парни вывели машины, чтобы преподать урок. На глобах-то мы ковшие равномерно били. Как и всех, кто погружал сразу, наблюдая лучи сами. Может, звук индустриалу, банки, ноты, улица. И накачанных машин с запахом фонарного. Потому что механизм не способен победить силу духа, силу мысли,
люди не нужны, любили туговатые машины. В общем, чаша распыла в кабинете, у бабули зарычал наш рэп Питбуль. Чашу срочно отнимать, бросились посланцы рэпа, мандры их красивые, как кукурузная орепа, как мы застывали от силы рэп, речитатива, и кабины распахнулись, словно душные нарывы, так судить заплатили рэп, отряды молодежи, они били барабаны, не щипали папу кожу, изгоняя старый там на окраине сознания, позарим в городе всем командам созерцания. Когда мы включим нано на полную силу, когда всему миру настанет Россия, мы еще раздуем мировой пожар, ну-ка разгорайся, русский самовар. К сожалению, это мантра ободрял у нас недолго неопознанный объект, кто явился из-за морга, люди в массу подключили свет и турбо, установку рэп умом. Чашу отняли, словно у осла на борту, что это за супер войны, объяснили нам потом, оказалось, что подходный институт был за углом. Там скинули новости, хватит на накомайте, всех физиков хотела в чашу взвалить пуэр. Горячий материал разобрать на элементы, что в коллайдере сбоку чаши атомные ленты. Если вы ученый, все образуется по плану, город сразу погрузится в коллективную нирвану. Так и вышло было, чаши атомные столкнулись от меня. И теперь наш город раньше, тишина на земле. Все, кто больше не мешают, все друг другу помогают. Выбран голодер, не всекает по трубе. Каждый житель ходит с частью, чаши будут в голове. Каждый житель ходит с частью, чаши будут в голове. Каждый житель ходит с частью, чаши будут в голове. Спасибо, Вань. Супер. Thank you.
Não, 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 não.